на самом деле не умеют избавляться, ну, точнее, они не умеют вырабатывать правильные черты характера и избавляться от неправильных черт характера. На самом деле у нас нет такой культуры. У нас нам не привита эта культура. Каким образом, давайте так, я задам вопрос, кто из вас всерьез занимался хотя бы там год, у вас прошел под девизом, это год формирования моего характера. То есть вы всерьез изучили, разложили на компоненты, на составляющие свой характер и реально целый год хотя бы занимались формированием характера. Ни у кого? Нет. А если этого не происходило, внимание, вопрос, да какой же у вас характер сформировался в результате? Как получилось? Внимание, вопрос, почему тогда мы не достигаем результата? Еще раз говорю, характер — это то, что ведет нас к цели. Если у нас получилось, как получилось, то результат будет, как выйдет. Вы поняли? Соответственно, результат. Итак,